в этом влоге я записал, без сомнения, одну из самых лучших аффирмаций, которые вы когда-либо слышали. Если вдруг вы не хотите по каким-то причинам смотреть влог, то сразу перематывайте на 5 минут 6 секунд, там начинается аффирмация. Ну а всем остальным приятного просмотра. Так, и вы видите ее? Что тебе купили там опять? Класс. Давай, показывай, провались. Тут кукла. Раскрутила мамку? Ой, это плавает, ты знаешь, в ванной? Да. Единорог. Готово? Да. Давай, показывай новую игрушку. Собрали. Зайка. Все классно. Привет, аппетит. Спасибо, дочь, садись есть, пожалуйста. Дочь, пошли есть. У нас сегодня день начинается со сбора дома. Мы собираем дом. Дочь, кто тебе его подарил? Дед Мороз? Да. Ты Дед Морозу заказывал его? Вот такой вот дом, он у нас весь развалился, его разобрали дети. И нам сейчас нужно выполнить задачу, мы будем вот с этой девочкой его собирать. Жена нам будет помогать. Я буду снимать, я буду помогать. А вот тот человек будет нам все разрушать. А это что у нас? Вот это не нужна нам штука? Крыша уезжает. А ты чего, смеешься, что крыша у всех уехала? Да? Сюда и сосу. Сосу дай свой. Давай ставь крышу. Пап, я без тебя не могу. Ты без меня справишься совсем, зайка. Я только так могу. Мика, что делаешь? Так, дом собран. Здесь у нас от него запчасти. Всякие кроватки и так далее. Все, у нас дом готов. Что там у тебя? Пап, я не видела эту куклу. Покажи. Вот. Вот, зеленое платье. Почему ты ее не видела? Я не знаю. Это... Капун забила, Санюшка, Золушка, Русалка, а это кто? Я не знаю, что это за куколка. А где? Так, это Белоснежка, это Рапунцель? Угу. Это? Русалка, а это Золушка, а это кто? Не знаю. Так, ну, я как и обещал. Так, я себя не вижу. Я сегодня хочу сделать для вас аффирмацию. И я уверен, что каждый из вас очень сильно кайфанет, потому что в этой аффирмации, в этих мыслях, которые я там говорю, ну, прям вот моя душа. Я эту аффирмацию читал на протяжении 4 лет. Потом я сделал перерыв, и где-то на год я все это забросил. В течение года я не читал, и потому что ничего в жизни не произошло. 4 года я читал ее без перерыва, 4 года я проникался всей этой историей, а потом... Че, да? Да. А вот это... И ничего страшного? Что, я не вижу, подойди сюда. Да вот это вот. Ничего страшного? То, что нарисовала поверх какую-то штуку непонятную. Да, вот это и вот это. Ну и что, классно. А это как рамка получается. Правильно? А что такое рамка? Ну, рамка, у картин такая есть рамка. У картины есть рамка, ты нарисовала картину, и на ней есть рамка. Ну, что такое рамка? Как рамка – это хорошо. Все? Все, давай, иди. Небольшая предыстория, если мы говорим про эту аффирмацию, то я ее читал на протяжении 4 лет. Что значит читал? Я ее уже там выучил наизусть. Каждое утро проговаривал, каждое слово проговаривал. Все это вот прям внутри проживал, каждую мысль. И ничего не изменилось, что очень странно. На протяжении года потом я забросил и вообще этого не делал. Ну все, я прям забил, думаю, нерабочая история, только время трачу. А потом сейчас прошло время, и я понимаю, что все, что там было написано, я случайно на нее наткнулся, и все это произошло в жизни. Ну, то есть все изменилось. Вся жизнь началась
вот практически все, что в ней написано, все так и произошло. Прикиньте, и я снова сейчас возобновил все это, снова начал ее каждое утро прочитывать, и очень рекомендую вам попробовать это сделать. Ну что, поехали? Я бы сейчас очень рекомендовал где-то приземлиться. Может быть, сесть на стул, кресло, диван, может быть, кровать. Расслабиться и погрузиться в себя. Это очень важно, потому что в тех словах, которые вы сейчас услышите, очень много сил, энергии и любви. Поехали. Сегодня лучший день в моей жизни. Я все могу, и я всегда добиваюсь своих целей. Успех живет в каждой клетке моего тела. Люди, они узнают меня как лидера. Я становлюсь великим лидером. Я контролирую любую ситуацию, а в любых ситуациях я спокоен и сосредоточен. Я привлекаю в свою жизнь духовное и материальное благополучие, а мои доходы, они с каждым месяцем растут. Я распоряжаюсь своей жизнью и твердо стою на ногах. Я наполняюсь здоровьем каждый день и поддерживаю свой разум и свое тело в хорошей форме. Я ем здоровую пищу и чувствую себя превосходно. Каждая клеточка моего тела, она вибрирует с энергией и здоровьем. Я воплощение силы, здоровья, энергии и жизнерадости. Мой организм, он работает как часы. У меня есть мудрость, чтобы всех понять. Я глубоко уважаю и дорожу своим любимым человеком. Я переполнен любовью и благодарностью за мои отношения. Мои отношения с родными и близкими естественны, здоровы и счастливы. И улучшаются день ото дня. И это безмерно радует меня. Я люблю своих близких, а они любят меня. Каждый день я вижу свою цель все яснее. Я успешен, ибо избран успехом. Мне удается все, за что я берусь. Я достигаю всего, к чему стремлюсь, и даже больше. Я сильный. Я все могу. Я знаю, что могу. Я верю в это и иду до конца. Вот так, друзья. Всем хорошего дня.